Онлайн-конференция соединила самарских ценителей искусства с потомком знаменитого художника Казимира Малевича. Встреча прошла в рамках выставки «Великие модернисты. Революция в искусстве». Малевич – основоположник супрематизма, авангард абстрактного искусства. Станислав Богданов – внучатый племянник человека, который создал самые странные произведения искусства 20 века. Его загадку потомок художника не раскрыл, сказал лишь, что по Малевичу черный квадрат – это не картина, а символ. Самарцев больше всего интересовала судьба авангардиста и его семьи. Тогда, когда Малевич был запрещен, даже имя его произносить не разрешалось, да? Можно было пострадать за это. Поэтому в семье, вот мы, например, внучатые племянники, очень поздно узнали о том, что Малевич наш родственник. В семье Малевича связано еще пребывание его дочери и жены в годы блокады, в годы эвакуации в Куйбышеве. Жители этого города, Самара сейчас уже, мы интересуемся тем, что вот такие великие художники находились в нашем городе.